Приветствую вас. Собственно, все очень достаточно просто. Здесь ситуация в том, что ваш партнер сейчас переживает не лучшие времена, ему не очень хорошо, и, соответственно, человек находится на таких вот, можно сказать, горках, эмоциональных горках. Вот, это нормально в текущем положении человека, но, конечно, можно понять вас, вам неприятно, что, что вас то отталкивают, то приближают, а может быть, проблематика здесь, связано еще и с тем, что, например, партнер может бояться близости, элементарной близости, человек может бояться, вот, и это тоже может быть такой достаточно серьезной проблемой, если человек, кто вот боится сближаться, и когда выяснилось, например, да, когда выяснилось, что у вас все достаточно серьезно, когда выяснилось, что у вас все достаточно так вот постоянно, ну, человек мог испугаться. Вот. То есть какие бы там проблемы ни происходили, да, у вашего партнера, лично вам нужна, на мой взгляд, ну, такая достаточно четкая, я бы сказал, да, позиция, вот, достаточно такая понятная позиция, чтобы не ущемлять свои интересы, вот, чтобы не чувствовать себя так. Но вы говорите, что не можете без, собственно, партнера. И вот этот момент мне кажется достаточно важным, потому что если вы, как вы говорите, не можете без партнера, то вполне вероятно, что вами описывается элементы созависимости, когда вот именно что человек оказывается зависим от партнера своего. И, соответственно, если есть элемент зависимость от того имеет смысл, на мой взгляд, поработать с потребностями, вашим потребностям. То есть, что такое ваши потребности, чего они стоят, с чем они связаны и так далее. Это важно. Если вы хотите себе разобраться, это важно, если вы хотите понять себя лучше. Вот, это важно, если вы хотите быть более, скажем так, свободным от человека, да? Быть более независимым, может быть. Вот, то есть это такой
ну, достаточно значимый, как я надеюсь, вы понимаете, да? Вот, но вы не описываете, вы не говорите, чем конкретно связана ваша зависимость, то есть почему вы не можете без этого человека, чем это связано. Вы об этом ничего не говорите. Вот. А момент это достаточно важный, как мне кажется, да, как мне представляется. Вот, и, соответственно, тут уже вам, конечно, выбирать, тут уже вам решать, тут уже вам смотреть. Вот, но ошибка, ваша ошибка заключается в том, что вы пытаетесь понять именно девушку, вы пытаетесь понять именно человека. Вот, вместо того, чтобы стараться разобраться как-то в себе, вот, вместо того, чтобы стараться как-то понять лучше, может быть, несколько лучше себя, может быть, несколько лучше стараться понять то, что вы сами испытываете то, что вы сами чувствуете. Вот. И, соответственно, таким образом стать более независимым от человека. Вот. Ну, здесь во многом все зависит, конечно, от вас. Поэтому гадать можно сколько угодно долго, что конкретно происходит с вашей девушкой, почему она так реагирует. Ну, вы правы, что вы не собачка, вы абсолютно в этом правы, и я полностью с вами солидарен в том, что вы не собачка, и я полностью с вами солидарен в том, что, ну, в какой-то степени, наверное, вас это даже унижает, да, то, что девушка вот так вот думает, что вы от нее никуда не денетесь, но важно понимать, что это именно то, что вы ей сами транслируете. Это именно вот то, что вы сами девушке показываете, то, что вы сами девушке демонстрируете, что она никуда, что вы от нее никуда не денетесь. И, соответственно, в этом есть проблема ваша, на мой взгляд. Ну, на мой взгляд. Вот так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго и надеюсь, что ситуация будет разрешена.